Привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня рубрика со скетчбуком. Я знаю, что это не самая ваша любимая рубрика, но я увидела, что в комментариях некоторые просят, говорят, давай, Айка, снимай. Поэтому так как есть зрители, которым нравится, я подумала вообще создать плейлист. И чисто, чтобы в этом плейлисте были видео именно со скетчбуком. Кто захочет, может зайти и пересмотреть все. Сегодня у меня прям вдохновение. Каждый раз, когда я снимаю подобные видео, у меня обязательно должно быть вдохновение. Поэтому мы с вами приступаем. Не обращайте внимания, это шумит мой кондиционер. Открываем разворот последний. Напитки, кофе, сладости. И сегодня мы будем рисовать вот здесь. Кстати, такое примечание, которое хотелось бы отметить, это карандаши, которые я купила в формате мини. Я немного их поточила, и очень неудобно ими разукрашивать. Поэтому так вам на заметку. Не стоит их покупать, потому что после, наверное, где-то второй точки уже неудобно. Поэтому берите полноценные карандаши. И у меня еще, кстати, заканчивается гелевая ручка. Надо как-то в следующий раз сходить в канцелярный магазин и закупиться всеми такими вещами. Захожу в мой любимый Pinterest. Мне очень понравилась вот эта вот картинка. Много здесь всего интересного, что можно нарисовать. Но я хочу по теме разворота что-то. Не просто то, что нравится, а что прям в тему. Можно это... Короче, много здесь всего интересного. Или вот эта девочка очень гламурненько смотрится, и рисовать несложно. В общем, здесь идей вообще море. Вот это вообще бомба. Это я 100% буду рисовать в мои любимые соцсети. Но вы знаете, я хочу все-таки нарисовать в своем формате. То есть не обязательно такие платья, как указано здесь, а самой что-то придумать. И, конечно, притащила себе холодную ледяную воду с лимоном и мятой. И также всегда рядом со мной лежит мой котик Твикс, когда я рисую. Смотрите, какой сладкий мальчишка. Этот разворот мне бы хотелось посвятить именно фаворитам июня. То есть не обязательно это косметика или какой-то плейлист, а именно моменты, которые меня касались. Поэтому я хочу нарисовать себя в форме такой девочки, что-то вроде аниме или как правильно это называется. Конечно же, изначально делаю небольшие наброски карандашом. Посмотрите, какой у меня кривой ноготь, кажется. Хотя цвет мне очень даже нравится. И тут я уже обвожу. По мне получилось очень похоже на меня. Волосы такие у меня интересные. Оказывается, кстати, мой парень никогда не смотрел видео, связанные со скетчбуками. Ему было это неинтересно. И как-то недавно он заглянул и такой в шоке мне говорит: «Айка, ты так классно рисуешь, как круто!» Был вообще шокирован и говорит: «Нарисуй мой портрет. Если вам интересно, то пишите в комментариях, я могу нарисовать». Не обязательно его, скорее всего, его рисовать не буду вам так на видео, правильно? Но я могу и портреты нарисовать, и пейзажи, не обязательно какие-то такие мультяшки, я могу и что-то другое. Я рисовала портрет своей бабушки, рисовала своих родителей, так скажем. Вот, получалось неплохо. Я это делала карандашом, потому что с акварельными красками я вообще не дружу. Мне проще это все либо карандашом, либо фломастерами разукрасить. Но опять же, могу, конечно, но не особо прям хорошо получается, так скажем. Если вам интересно какие-то другие форматы рисунков, то обязательно пишите в комментариях. Покажу вам, как у меня получается. Здесь я решила рисовать летучую мышку, но она должна получиться максимально милой. Этот рисунок я нашла в Пинтересте. Вообще там очень много всяких идей. Миллион раз в комментариях все писали мне, что ищи рисунки именно в Пинтерест. Я что-то, знаете, постоянно лень было скачать это приложение. Но когда я скачала, я просто офигела, сколько всего интересного там. Вот такая вот летучая мышка. По мне очень-очень мило смотрится. Какие крылышки у нее. Здесь уже кофе и рисунок, который я придумала сама. Кофе и книжки. С чем это связано, понять сложно, конечно.
Вот, просто я в детстве всегда мечтала написать книгу. Я читала детективы Дарьи Донцовой. Я мечтала, что когда-нибудь я тоже буду очень известной писательницей. Какие только у меня мечты не были. Но я в детстве очень любила читать. И вы знаете, эту любовь мне привила моя мама. То есть, когда я была маленькая, мама постоянно перед сном читала мне разные сказки. Сказки не только именно литературы, там, школы, да, так скажем, а просто художественную литературу, которая мне очень нравилась. И потом, когда я немного повзрослела и сама научилась читать, я безумно любила это делать. Больше всего мне запомнилась сказка, по-моему, Шарля Перро. Надо в интернете загуглить, называется «Девочка со спичками». Это было очень трогательно. Я несколько раз перечитывала в детстве. Я помню, когда я совсем маленькая была, перед сном постоянно мама читала мне. И вы знаете, этот характер у меня сохранился по сей день. Сейчас тоже я обязательно включаю какой-то мукбанг или какое-то другое разговорное видео, ответы на вопросы. Возможно, иногда «Дом-2», кстати, я начала опять смотреть «Дом-2», прикиньте, кое-что интересное там происходит. Теперь там ведущий Дава, и мне стало очень интересно наблюдать за его личной жизнью, как он там провоцирует девочек, которые хотят с ним там замутить и все дела. В общем, но сейчас не об этом. То есть я думаю, когда у меня будут дети, я тоже буду прививать им любовь к чтению. Почему нет? По мне это очень хорошо. И вот эту любовь во мне как бы привила мама, так скажем. Постоянно читала мне разные книги. Здесь я решила края хорошенько обработать, сделать края яркими. И поэтому делаю вот такие вот рисунки на краях. Мне кажется, очень красиво смотрится, необычно. И мне даже настолько понравилось, что я думаю следующие развороты сделать разных цветов и тоже вот так вот разукрасить. Например, было бы классно, если сделать разворот, например, желтый. Правда, времени ушло море. Но я в процессе смотрела сначала «Дом-2», потом фильм. Поэтому время у меня прошло быстро. Вот кто бы что ни говорил, например, активный отдых и все дела, когда я была маленькая, еще ходила в школу, наверное, где-то в класс 5, мои все сверстники ходили гулять по гаражам, уже встречались с парнями и так далее. У всех была какая-то активная жизнь, все чем-то занимались, ходили, например, на художественную гимнастику. В общем, у всех были какие-то свои интересы, а я была заложницей дома. Мне очень нравилось смотреть ютубчик. В то время ютуб был, кстати, не настолько популярный. Но даже тогда я была просто поклонницей этих всех блогеров. И в школе приходила, говорила: вы знаете, я смотрю такого-то блогера. И все так смотрели на меня, что в смысле блогера? Зачем они нужны, эти блогеры? Но мне очень было интересно всегда. Я смотрела распаковки и так далее, сидела и рисовала. К чему я это все говорю? Вот я, например, сижу, рисую, параллельно смотрю какой-то фильм, и в этом весь кайф. То есть кому-то, может быть, покажется это слишком скучно, нудно, целый вечер просто сидела дома, что-то там рисовала, ты же не ребенок и все дела. Но в этом тоже есть свой кайф. Если у вас нету скетчбука и вы не рисуете, не выражаете свои мысли в виде рисунков, то я вам советую это делать. Это безумно, как сказать, мотивирует. И потом ты рассматриваешь эти рисунки, и ты вспоминаешь какие-то моменты из своей жизни. Кстати, в Пинтересте вот эта летучая мышка была с синими крылышками. Я решила сделать вот такие вот розовые. По мне очень даже классно. Карандаши уже нужно покупать новые. Очень сложно с ними рисовать, потому что карандашик упирается мне в руку. Карандашик, он очень короткий, поэтому надо что-то с этим делать однозначно. А так получилось очень даже мило. Посмотрите, как классно. Дальше разукрашиваю все остальное, что у меня здесь есть. Получается просто очень мило на самом деле. Я получаю огромный кайф от всего этого. А это самое главное. Уверена, что эти развороты буду смотреть потом с удовольствием. Кстати, у меня есть скетчбук, который я вела, когда училась на первом курсе универа. Если вам интересно, я
А в следующей части обязательно покажу его. Вот здесь я пишу июнь, например, новости какие-то. Кондиционер новый купила, песни, которые я постоянно слушаю. Это Зиверт «Многоточие». Вообще, мне очень нравится Зиверт, я вам в инстаграме говорила. Это человек, который конкретно про творчество. То есть она ни на чем не хайпует, у нее нет этих непонятных историй, специальных каких-то отношений для пиара и так далее. Поэтому очень люблю ее творчество. Не знаю, как вам, но по мне это просто лучший разворот. Мне так нравятся края. Правда, я до хрена времени потратила на все это, но зато получилось очень круто. И параллельно еще смотрела, кстати, сериал. И вот кто пришел подтягиваться. Очень надеюсь, что вам понравилось, потому что я сама в восторге. Это лучший разворот однозначно. В дальнейшем думаю и дальше разукрашивать края. Специально подставляла здесь бумажечку, чтобы ничего не просвечивалось. Хотя вот здесь все плачевно, но в следующий раз будем рисовать здесь. На этом все, мои хорошие. Обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться. Эту рубрику буду стараться снимать почаще. Всем приятного дня, удачного дня, пока!